Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Прозрачный воротничок. Сегодня у нас на обзоре герой, которого я прокачал, решил посмотреть на него, как и на многих героев, которых не стоит качать. Этого героя у многих нет. Я думаю, многие уже видели этого героя. Это Разруха. Почему у многих нет? Потому что если раньше, чтобы собрать там, например, того же самого Некроса, Зефира, ну, Зефира нет, наверное, скорее всего, Вольта, Арктику, Некроса, надо было столько задонить, что у вас по-любому появлялся Разруха. На сегодня вы можете за пару паков, у вас даже может быть не быть Минотавра, он тоже может быть недостающим, у вас будет весь алтарь, кроме там Минотавра и Разрухи. Разруха на сегодня, если так посмотреть, то это самый дорогой донатный герой. Почему самый дорогой? Потому что вы его за 1, за 2, за 3, за 5 паков не получите. Он идет за 300, если я не ошибаюсь, около 300к, 320, по-моему, к доната. То есть только так его можно получить. Соответственно, это паков, там, ну, не знаю, с бонусацией, ну, 10. Поэтому у многих его нету. Герой старенький, герой один из самых древних топовых донатных героев, но в свое время он, конечно, был крут за счет своей ульты, которая, блин, просто бесила многих. Он, когда включался, попадаешь, видишь в пачке Разруху. Я не знаю, кто застал те времена, думаю, очень мало, потому что многие забросили, но олды поймут, что это вот именно тот герой, который в свое время наводил очень много шума и шороху. Попадая на него, ты просто понимал, что вся твоя пачка сейчас будет в стане и сольется. Мы ничего сделать не могли, потому что на то время этот герой был просто бомбический. Он бил зонально по зоне, станил на 2,5 секунды, также увеличивал скорость атаки и отражал дамаг. То есть, ну, имеет встроенное пятое утекание. Это, наверное, один из первых, если я не ошибаюсь. Я не помню больше никого, кто был на то время со встроенными. Вот именно Разруха, насколько я, когда я начал играть. Одержимый появился у него, встройка была первая, Берс. А до этого я даже, честно говоря, не помню. В общем, не важно это. В общем, этот герой, ну, в свое время просто чудил. Я решил, у меня он уже был в алтаре, я его прокачал, потому что мне для прокачки скиллов надо откуда-то брать силушку. И вот у нас он в такой вот сборке. Победный, можно поставить суперсилу. Давайте с победным ты станем, потом, не знаю, возможно, попозже еще суперсилой. Такие герои у вас на аккаунте, может быть, сколько там, 5 или 6. То есть за определенную степень доната вам их дают карточками. Все, дальше вы его никак не получите. Некоторые ребята посливали были, у некоторых нету, кстати, их. То есть этого героя реально сложно получить. Чисто донатный вариант, и все, больше никак вы его не получите. То же самое Минотавр и Шапка, то есть они получаются за линейку. Вот. И этого героя за счет количества доната у многих нету, поэтому мы сейчас посмотрим, что он себя представляет на сегодня. Максимальные прокачки. Понятно, если бы здесь были уклонения, ну, уклонения выролить, и смысла нету. У меня выпали пятерки, я решил доролить так. 10-10 ремка, чтобы сразу включался, потому что если он не включится, от этого толку никакого не будет. Давайте начнем с подземок, хотя бы посмотрим. Что у нас там были? Пятые кошмарки. Давайте так, 5-10. Вернемся в старое. Вот так вот. Зональная атака, как видите, у него просто офигенная. Вот отражалка у него, плюс еще встроенная утекаха. Ну, на то время, я не знаю, попадал я на него, попадал, и многие просто, ты вот смотрел, как твою пачку один герой ушатывает. Тогда он реально был крут. На сегодня по стоимости самый дорогой герой в игре, но самый бесполезный. Вот, пожалуйста, его станет. Ну, в принципе, как и большинство героев.
Домах вроде как бы, казалось бы, тоже крутое посмотрите, на какой домах. Но на практике, сейчас пойдем дальше по подземках, на практике, ну я не знаю, по локациях, как по мне, то он вообще никакой. А почему? Во-первых, он ближнего боя. Он не автопрокер, то есть ему, чтобы включиться, надо цель. Был бы он автопрокером, станет сразу, да. Зональная атака у него, конечно, бешеная, крутая. А иммунитета у него, как видите, нету. Тоже минус. Медленный, то есть, ну, бегает он реально медленно. Да так выражаю, выкинул посмотреть, ну, тут вряд ли увидим. Он застанился, то есть его на него надо вешать кучу талантов, там эмблем с неуязами. На отражалке он однозначно будет отлетать. Тут даже сейчас попробую. Я не помню, у меня там на твинке есть или нету. Так, Зефир у нас с водушкой. Ну, тут за счет дрога, смотрите, сейчас он тащит. Хотя, может, и Зефир сольется. По 36к. По 36к получает. Этого есть у Тикаха, но я думаю, вряд ли. За счет этого. Было бы там 10-е утекание, возможно, да. Такс. Ладно, поехали еще шестую кошмарку посмотрим. Называется шестую кошмарку забежал. Ну, тут без вариантов, то есть сами все видите. Шестая кошмарка, герой максимальной прокачки, да, они там сливаются на отражалке. Сейчас еще раз хлопнет, если успеет. Наверное, нет. Все. То есть на сегодня есть куча бездонатных героев, которые в разы круче и которые больше сделают на такой прокачке, нежели он. Рейды. Поехали в рейды. Раньше когда-то его использовали в ЗБшке. На битве гильдии, кстати, он очень офигенно стоял. И на арене. Ну, во многих локациях, когда на него попадал, просто плевался, потому что на то время, блин, это такой герой был. Его достать. Его и на сегодня, по сути, достать дорого по сравнению с другими героями. То есть для того, чтобы у вас был фуловый алтарь, вам все равно придется задонить этого героя. Ну, бессмысленно. То есть на сегодня, на любой локации, я думаю, на PvP локации, этот герой свою актуальность потерял уже давным-давно, как и 90% алтаря. Ну, космос лился на отражалке. Такс, поехали дальше. Поехали на самое интересное. Поехали на аренку. Вот, кстати, чем-то похож с некоторыми героями. Вот если посмотреть мастер рун. Сейчас мы его поставим. Очень похоже, кстати. Такс, поехали. Ну, у нас тут дрога стоит для того, чтобы его сразу не сливали. Потому что если вы... Ну вот, видите, дамажит он, в принципе, по всем дорожкам. То есть верхнюю дорожку задел, этих задел. Зона действия, блин, скилла реально бомбическая. Сейчас посмотрим, что он здесь сделает. Вот, хлопнул. То есть он работал,
и на здание, и на юнитов, на полностью все. Вот в этом весь был на то время тоже кайф, то, что он был против всего. Кстати, бард, интересно. Нифига себе. Нифига себе, чувак с бардом. Вот застанил барда. Но не убил. 20-го барда. Стан прошел, но не убил. Интересно, каких-то таких более-менее противников найти. Ну вот все, парализовали, застанили тут, наверное, Фрея. Хотя по нему могут миссить, потому что у меня титул прокачанный хорошо. А отражалки пошли. Он вроде у нас не включался. Не, все слили. Ну, то есть, вот, вот вам вся актуальность героя на сегодня на PvP-локациях. Но герой, блин, стоит-то нормально денег, по сути. То же самое. То есть его даже утекание не спасает. ЗБ. Поехали. Ну, против Зефира, наверное. Тестанем. В первую очередь интересно на это будет посмотреть. Что он сможет сделать против Зефира. Да, конечно, ничего. Но вот, пока друга работал, дальше все. Но видите, половина посливалась чисто на отражалке. Ну, в принципе, на отражалке от друга. А вот вам бездонатный герой. Понятно, там противники немножко другие, но ловите суть. Бездонатный и донатный герой. 300 с хреном ка стоит. Этот, по сути, бесплатно можно получить. Прокачки там, ну... Понятно, что здесь немножко больше уклонения, но сама суть. Там чисто на бабле герой, тут без бабла и как бы разница. Когда-то старые герои донатные и то же самое там Некрос, Вольт, Арктика, Дракон. Вот это вот все, если взять, они сейчас уступают вот этим вот бездонатным героям, которые на сегодня есть. То есть настолько все поменялось в игре, это печально, кстати. Если бы оно не так было, был бы интерес у многих и донатить, и играть, и какая-то экономика была бы. А так, ну, понятно, что все хотят халявы, они хотят бабла, но если бы они придерживали немножко свои аппетиты, реально в игре было бы весело. Ну, тут затащил, тут ударил. Против таких героев он, ребят, еще тащит. То есть, если у вас бездонатный аккаунт, и каким-то чудом появится такой герой, он будет у вас тащить. Такс. Это, конечно, шутка, потому что многие скажут опять, что ты рассказываешь, как без доната может появиться разруха. Поехали против Асурика попробуем. Кстати, интересно. Вот, видите, вроде ударил. Отлично, посливал. Ну, красава! Против вторых эволюций тащит на максимальной прокачке. В общем, не все так плохо еще, ребят. На первых днях против нубопачек он у вас будет тащить. В общем, не знаю. Герой, конечно, на свое... В свое время натворил дофига шума. И реально, кто его получил... Кайфовали от него в то время, очень круто, как и от многих донатных героев, но на сегодня это уже имба с прошлого, самая дорогая, причем которая до сих пор дорогая, потому что сейчас нету возможности получить того же самого Минотавра, там шапку и разруху, покупая какие-то плюхи только чисто через линейку доната. То есть понятно, это все накопление идет за все время. Но опять же для новичков, если вы хотите с минималкой играть, вам придется, чтобы там прокачать определенные скиллы, вам придется этих героев добыть. Если не добудете, соответственно, вы нифига не прокачаете. Вот тут, мне кажется, знаете, тут больше не герой тащит, тут больше друга тащит. Питомец намного круче, чем герой.
А вот этот герой мне реально нравится. Посмотрите, что он творит. Просто красава. Бездонатный герой, блин. Против шести. Зефир там и прочее. И я вам скажу так, что это реально кайф. Они его не должны слить вообще никак. Просто бомба. Нормально накидывает он свое умение. Посмотрите, что он для того. Зефир обослил, в принципе. 30-й зефир, но зефир отхил получает. Вот вам, ребятушки, бездонатная имба на сегодня. В общем, такой вот обзорчик. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этого героя. Ставьте лайки. Кто помнит еще старые времена, когда этот герой тащил. Всем удачи, всем пока.